Здравствуйте, меня зовут Алмазова Маргарита, и я путешествую по старинным деревням и старообрядческим скитам. Мы находимся в месте под названием Святой Колодчик Осиновский. Этот памятник областного значения появился в петровские времена, когда сюда нагрянули посланцы епископа Петерима и разорили скит. Перед самим разорением монахи, старцы бросили святые дары, спасая их от поругания, в колодец, из которого брали воду. С тех пор считается, что колодец стал святым. Святое миро используют всего в трех случаях в христианстве: когда ребенка крестят, когда венчают на царство, либо человек становится монахом или священником. Святые дары – самое святое, что было у старцев. И вот, спасая их от поругания, они опускают их в воду. Сам скит был сожжен. Здесь находится могила святых старцев, а также колодец, который сохраняется на протяжении более уже 300 лет. Местные жители, гости нашего края приходят сюда, чтобы взять святую воду. Она всегда холодная, не более 2-3 градусов. И когда ее пробуют со словами молитвы, всегда получают очень хорошее настроение и укрепление здоровья.